День энергетика в России отмечается 22 декабря. Этот профессиональный праздник объединяет не только работников энергетической сферы. Знаменательна эта дата и для других жителей атомных городов. Ведь даже не работая на атомной станции, можно вносить свой личный вклад в энергосистему города. Мы хотим вручить благодарственные письма вам за тот вклад в жизнь атомного города Десногорска, который все вы внесли, вносите, и я уверен, что будете вносить в дальнейшем. Благодарственные письма, подписанные генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, за продуктивную работу и неравнодушие к судьбе города получили сотрудники местных организаций, представители сферы образования, культуры, коммунальных предприятий. Всего более 15 человек. Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать, чтобы в наших домах было светло, тепло, комфортно, уютно, а все мы с вами и наши близкие были здоровы. Инициатором награждения выступила государственная корпорация «Росатом» совместно с городской администрацией.